Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Добрые Советы. И сегодня мы расскажем вам рецепт натурального средства, которое в разы мощнее антибиотиков. Избавьтесь от чрезмерного использования антибиотиков и переключитесь на естественный метод, чтобы укрепить вашу иммунную систему. Инфекции и бактерии могут атаковать вас в любое время года. В зимний сезон грипп довольно распространен. Иммунная система готова бороться с инфекцией. Однако, всякий раз, когда наша иммунная система не в состоянии бороться с инфекцией, мы обращаемся за помощью к антибиотикам. Но в настоящее время многие инфекции вызваны лекарственно устойчивыми вирусами. В таких случаях антибиотики не помогают вылечить состояние здоровья. Кроме того, антибиотики имеют длинный список побочных эффектов и, следовательно, лучше избегать частого приема антибиотиков. Чтобы укрепить иммунную систему, существуют естественные средства, которые намного сильнее, чем отпускаемые по рецепту лекарства и антибиотики. Вот рецепт для натурального средства, которое в разы мощнее антибиотиков. Для лечения респираторных инфекций, стойкого кашля, ангины, астмы, хронического бронхита, а также проблем с дыханием. Домашний мощный пенициллин. Рецепт требует только 3 ингредиента, которые совершенно доступны, и процесс настолько прост, что вы можете приготовить дома. Вам потребуются следующие ингредиенты: 3-4 зубчика чеснока, полстакана воды, яблочный уксус, четверть чашки и полчашки меда. Инструкция. Возьмите 3-4 зубчика чеснока, хорошенько раздавите. Добавьте четверть чашки яблочного уксуса к половине чашки меда. Перемешайте тщательно и добавьте полстакана воды. Храните раствор в стеклянной банке и оставьте его на ночь, чтобы получить однородную смесь. Процедите смесь утром и храните в темном прохладном месте. Если вы страдаете от инфекции, принимайте по 1 столовой ложке раствора каждые пару часов, пока не избавитесь от инфекции. Если вы не больны, но хотите укрепить свою иммунную систему, тогда принимайте 4-5 капель раствора каждый день. Используйте это средство в течение месяца, и ваша иммунная система станет намного сильнее. Польза для здоровья отдельных ингредиентов. Чеснок называют важным компонентом альтернативных методов лечения респираторных проблем. Он обладает противовирусным и антибактериальными свойствами, которые помогают укрепить иммунную систему. Он также имеет возможность бороться с изменениями мутаций в вирусах. Чеснок состоит из соединения, называемого алицином, что делает его в 10 раз более мощным, чем пенициллин. Благодаря сочетанию всех полезных свойств, чеснок считается суперпродуктом питания, который помогает нам оставаться здоровым все время. Яблочный уксус помогает бороться с вирусами и бактериями из-за антибактериальных и противовирусных свойств. Он также стимулирует иммунную систему и защищает нас от инфекций. Он состоит из полезных бактерий, ферментов и микроэлементов, которые очень важны для обеспечения общего благополучия и здоровья. Мед считается лучшим ингредиентом для лечения кашля и болей в горле. Он обладает противовоспалительным и успокаивающим свойствами, которые помогают избавиться от раздражения, вызванного инфекцией. Мед является богатым источником витаминов, ферментов, минералов и антиоксидантов, которые помогают нам оставаться здоровыми. А на этом все. Желаем вам здоровья. Делитесь полезной информацией с близкими и друзьями. До новых встреч на нашем канале.